Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня моя тема – сочетание двух видов медицинской помощи при лечении, диагностике, наблюдении детей с синдромом короткой кишки. То, что мы называем балансом и интеграцией, мне очень важно раскрыть в своем выступлении. Вы сможете задавать вопросы в письменном виде через чат, и наш модератор эти вопросы мне передаст. Итак, начнем с того, что в течение длительного времени в нашей стране ребенок с синдромом короткой кишки справедливо понимался как очень сложный междисциплинарный пациент, к ведению которого должны были приобщаться самого разного профиля специалисты. От детских хирургов, неонатологов, которые часто бывают первой линией помощи этому ребенку, включая гастроэнтерологов, реабилитологов, диетологов и даже детских онкологов, проблемы таких детей решались вот этим альянсом узких специалистов. И надо признать, что, на мой взгляд, не все проблемы были решены, хотя результаты лечения детей с синдромом короткой кишки прогрессивно улучшились. Но вот вопрос, насколько мы в балансе между представителями разных медицинских специальностей. Рискну предположить, что идеального баланса достигнуто не было. И в 2011 году в ситуацию с синдромом короткой кишки вошел еще один поставщик помощи. Это службы, которые обеспечивают оказание паллиативной медицинской помощи детскому населению, в том числе и детям с синдромом короткой кишки. И вот теперь перед нами в течение последних лет стоит задача, как же нам интегрироваться и сбалансироваться с узкими специалистами, с семьями, с теми, кто обеспечивает паллиативную помощь, и как сделать этот ансамбль пациент-ориентированным. Вот условия новой задачи и тема моего сегодняшнего выступления. Хочу напомнить для тех, кто не занимается ежедневно паллиативной помощью, что у нас есть два понятия, которые для нас ключевые, и они во многом определяют показания к паллиативной помощи детям. Это состояние, ограничивающее продолжительность жизни, или иногда переводят как ограничивающее жизнь состояние. И вторая группа нозологии – это состояние и заболевания, угрожающие жизни, то есть те, когда лечение может быть эффективным и даже привести к снятию с учета паллиативного, но это лечение часто не дает ожидаемых результатов. Вот именно эти угрожающие жизни состояния с психологической точки зрения многие называют синдромом Дамоклова меча. Если вы помните греческую мифологию, был там такой герой Дамокл, который стоял связанным, а над его макушкой висел острый меч. Он никогда не знал, упадет ли он ему в голову. Если упадет, то когда это случится? И вот это психологическое состояние, это есть ощущение врачей, родителей, постарше и самих пациентов, которые страдают синдромом короткой кишки, потому что прогноз и к счастью, и к несчастью определяется с большим трудом. Мы, конечно, ждем лучшего, но должны готовиться и к худшему. И вот, глядя на эти две группы заболеваний и состояний, я откомментирую, что большинство ситуаций с синдромом короткой кишки – это угрожающие жизни состояния. Для примера, что такое ограничивающие жизни состояния? Ну, сегодня, допустим, миопатия Дюшена, нейромышечное заболевание, не имеет этиопатогенетических методов лечения. И поэтому оно относится к ограничивающим жизнь состояний. Здесь несколько иная психодинамика у родителей и несколько иные сценарии оказания помощи. Итак, две группы заболеваний, из которых в большинстве случаев СКК, позволю себе так сокращать этот синдром, относится к угрожающим жизни состояниям. И вот перед вами, собственно говоря, те пункты, которые мне хотелось бы в своем выступлении осветить сегодня.
это что такое паллиативная помощь с точки зрения международного сообщества, что такое паллиативная помощь в нашей стране сегодня, какие мы ощущаем, находясь в этом разделе медицинской помощи, проблемы лечения, диагностики, ведения детей с синдромом короткой кишки. И четвертое, и самое важное, что можно сделать уже сегодня, не дожидаясь каких-то революционных подвижек и полных перезагрузок. Начнем с первого раздела, что понимают сегодня под паллиативной помощью во всем мире наше профессиональное медицинское сообщество и как ее трактует Всемирная организация здравоохранения. Я привожу вам фрагмент очень подробного определения паллиативной помощи детям, размещенный на сайте ВОЗ. И я бы подчеркнула здесь именно среднее из этих трех положений, что паллиативная помощь начинается с момента диагностирования болезни. Не может начинаться, а определенно начинается. И это, позже я покажу, заметно отличается от того, как понимают паллиативную помощь в российском медицинском законодательстве. Это отражает многолетний опыт паллиативной помощи за рубежом, потому что для того, чтобы она стала такой, какой она является сегодня в странах, практикующих с 60-х годов паллиативную помощь, должны пройти этапы формирования, созревания, кристаллизации идей и, самое главное, профессионализма врачей и других профессионалов, обеспечивающих этот вид помощи. В России паллиативная помощь стала частью федерального закона в 2011 году, и это положение о том, что она начинается с момента диагностирования болезни, это положение еще очень сильно отличается в России от ВОЗовского и международного подхода к определению этого вида помощи. Из того же определения доношу вам две очень важных идеи. ВОЗ полагает, что паллиативная помощь применима в сочетании с другими видами терапии. И это очень часто недопонимается нашими коллегами в России, которые понимают паллиативную помощь преимущественно как помощь в конце жизни. Концептуально это совершенно устаревшее представление, отражающее ранние этапы развития паллиативной помощи 60-х, 70-х годов в Европе, Канаде и Америке. И второе, что паллиативная помощь, считает сегодня ВОЗ, включает и проведение исследований. То есть, когда нам говорят, паллиативная помощь – это уход преимущественно сестринский, фельдшерский, может быть, только иногда требующий компетенции врачебных, это тоже нельзя признать справедливым, потому что проведение достаточно широких исследований, и для синдрома короткой кишки это тоже так, является одной из облигатных частей паллиативной помощи. Вот этот слайд я могу откомментировать как один из ключевых в моем выступлении. Желательно вот для концепции нашей хорошо разобраться в этих двух схемах. Те, кто работают в паллиативной помощи давно, конечно, знакомы с этой моделью. То изображение, которое вы видите справа вверху, извините, слева вверху, это стандартная, или так мы ее называем иногда, старая модель паллиативной помощи, когда светлый прямоугольник этиопатогенетического лечения сменяется в одночасье паллиативной помощью. Иногда это бывает в этот волшебный день, пятница, вечер, консилиум состоялся где-нибудь в 13-14 часов, и вот уже к концу рабочего дня мама ребенка узнает, что ее ребенок неизлечим, и в понедельник, это хороший вариант, им надо готовиться на выписку. После этого начинается естественная фаза восприятия плохих новостей, связанная с шоком, а затем отрицанием, а затем депрессией. Иногда это феерически быстро проносится. И вот мы уже имеем конфликтогенную ситуацию, когда принятие, признание факта неизлечимости становится трагедией вначале для семьи, а затем в отраженном свете является источником дистресса для команды, которая занимается лечением этого ребенка.
Вот все эти минусы старой стандартной модели, когда резко сменяется этиопатогенетическое лечение паллиативом, они все изучались в 80-е и 90-е годы за рубежом, и результатом изучения психологами и социальными специалистами явилось появление, посмотрите, пожалуйста, внизу, новой интегрированной модели, когда два вида вмешательства, это, по-нашему говоря, этиопатогенетическое или куративное лечение, или болезнь-модифицирующее лечение, это все мы понимаем как синонимы. Так вот, это лечение, когда оно сочетается одновременно с паллиативной помощью, это и есть современная интегрированная, поддерживаемая ВОЗом новая модель паллиатива, заметьте, которая требует очень зрелого состояния паллиативных служб, высокого уровня профессионализма и понимания в обществе этой интеграции. Чего же хотят родители? Что мы слышим от них, от родителей детей, у которых ребенок по стечению обстоятельств лишился большей части кишечника, является ребенком с синдромом короткой кишки? Эти дети хотят двухканального получения всех возможных преимуществ для своего ребенка. Их можно понять, как мы понимаем родителей. Они хотят и реабилитацию, и стабильное обеспечение орфанными препаратами, и медицинскими изделиями. Они хотят санаторно-курортное лечение, которое сегодня по российской нормативной базе нельзя оказывать ребенку, имеющему паллиативный статус. И эти же самые родители, эти же самые семьи в то же самое время хотят от паллиативной помощи, чтобы к ним приезжали на дом выездные патронажные бригады. Есть у нас такая возможность, чтобы они получали все, что могут и обязаны получать из медизделий, согласно приказу 348-му, дети, нуждающиеся в паллиативной помощи. И еще семьи очень ценят и, как правило, очень открыты к качественному психосоциальному, подчеркиваю, качественному психосоциальному сопровождению и содействию фондов и волонтерских организаций. Семьи хотят иметь все это в одном пакете. Разве это не отражает интегрированный подход специализированной и паллиативной помощи? Смотрите, пожалуйста, на одном из родительских сайтов вот такую картинку я нашла и приношу вам, и очень часто ее показываю, что в понимании родителей гораздо комфортнее заходить в одни двери, в одно пространство. Посмотрите, правая часть слайда, где написано и куративная, по-нашему говоря, этиопатогенетическая терапия, и паллиативная терапия тоже. Мама с ребенком заходит в некое пространство, где им не нужно решать вопросы, кто как, с кем соотносится. Это единое пространство. И гораздо менее комфортной для семей является модель слева, когда куративные и паллиативные кабинеты, условно говоря, психологически говоря, разделены как два стеной разделенные пространства, и маме самой нужно решать, как же быть в альянсе с обоими. Развивая концептуальные представления о паллиативной помощи, мировое профессиональное сообщество наших коллег за рубежом предлагает в последние 10 лет так называемую модель «галстук-бабочка». Ну, это визуально легко запомнить, согласитесь, похоже. Что эти два треугольника означают? Голубой слева – это болезнь-модифицирующая терапия, этиопатогенетическая терапия. Мы, не скрою, сейчас стоим на пороге осмысления новых возможностей такой терапии при синдроме короткой кишки. А справа вы видите розовый треугольник – это паллиативная помощь со всеми ее возможностями. И вот та зона, где они накладываются друг на друга, и возникает вот этот ромб, такого сиреневого цвета, это и есть зона интеграции. Стрелка внизу голубая показывает, что с течением времени, с взрослением и ростом и развитием ребенка, с появлением у него коморбидностей, осложнений, проблем, эти две части помощи могут
одновременно оказывать оптимальное пациент-ориентированное воздействие. И вот здесь этот галстук бабочка совсем с подсказками для лучшего понимания вам представлен. Слева вы видите лечение и контроль симптомов. Это функции специализированных видов медицинской помощи, гастроэнтерологической, хирургической, онкологической, если необходимо, гематологической, учитывая частоту развития анемии у детей с синдромом короткой кишки. А справа темно-фиолетовые сегменты – это выживание для кого-то, а для кого-то хоспис, если негативная динамика и прогрессивно ухудшается ребенок. И стрелка наверху, вы видите, такая длинная стрелка, она показывает, что с развитием заболевания, с взрослением ребенка, да, окраска этой стрелки может меняться от преобладания в начале этиопатогенетической терапии до безусловного преобладания хосписной помощи по мере приближения ребенка к концу жизни, как бы не тяжело было это признать. Вот такая модель помощи является максимально пациент-ориентированной, учитывающей наибольшее количество пожеланий и возможностей родителей. И, конечно, мы бы стремились к ней, и она нам по душе, но это все возможно делать при отработанных вариантах взаимодействия врачей различных специальностей и, что самое главное, при развитой инфраструктуре паллиативной помощи в той или иной стране. Когда мы говорим, что же является визитной карточкой паллиативной помощи, это ее пациент-ориентированность. Сегодня, когда министр здравоохранения говорит о том, что пациент-ориентированность – это наш основной критерий качества медицинской помощи, тем важнее понимать, что это вариант партнерства. Мы не склонны к патернализму. Мы понимаем, что это позавчерашняя модель, и нам сегодня нужно партнерствовать с семьями со всеми плюсами и минусами партнерства. И мы зачеркиваем вот в правой части этого изображения такие понятия, как медицина, ориентированная на показатели болезни, статистику при некоторых заболеваниях, как медицина, ориентированная на интересы медицинских организаций, их устойчивость, их экономическую стабильность, как медицина, ориентированная на защиту прав врача, это очень актуально в последнее время, но это не доминирующее обстоятельство. Все же паллиативная помощь нашей стране идет под флагом пациент-ориентированности, и это современная тенденция. Пациент-ориентированность предполагает целый спектр компонентов, из которых на первом месте не случайно здесь автономия пациента и уважение его предпочтений. Для этого нужно некоторым врачам очень серьезно проанализировать, могут ли они ставить во главу угла автономию пациента и его законных представителей. Это координация, интеграция помощи, то, о чем сегодня мое сообщение. Это концепция информированный, обученный, компетентный пациент и его законные представители. И это, конечно, эмоциональная поддержка и вовлечение комьюнити, да, вовлечение референтной группы тех людей, которые могут дать семье не только медицинскую поддержку, но и немедицинскую тоже. Еще одним облигатным свойством паллиативной помощи является междисциплинарность. Вот этот выдвинутый сегмент медицинской помощи, темно-синий, он говорит о том, что он важен, и мы видим его, и представляем его, он доминирует. Но если у вас нет иных компонентов этого круга, иных сегментов этого круга, не получается конструкция под названием «качественная современная паллиативная помощь». И в наших командах опытный психолог, и опытный фандрайзер, и опытный волонтер, и специалист по социальной работе, социальный работник – это люди ничуть не менее значимые, чем люди в белых халатах.
завершая этот фрагмент о том, что такое паллиативная помощь в международном понимании, мне хочется вам для запоминания, те, кто не работают в системе паллиативной помощи, дать такую игру слов. Добавить дней жизни или же добавить жизни дням. Вот так мы не совпадаем. Если мы работаем в паллиативной медицинской помощи, для нас важное обстоятельство, перекрывающее все остальные соображения, это качество жизни ребенка, а это субъективная вещь. И это мы понимаем, как добавить полноценной жизни дням этого ребенка, даже если они сочтены. А вот в левой части вы видите подход представителей специализированной медицинской помощи, когда во главу угла поставлена выживаемость. Так мы все учились, я училась тоже так в медицинском вузе, что выживаемость пациента – это все перекрывающий критерий. А качество жизни хорошо, если его удастся обеспечить. Иными словами, глядя на эти два подхода к цели вмешательства, и мне важно подчеркнуть для вас в очередной раз, что понятия успеха и провала терапии не идентичны у паллиативщиков и представителей специализированных видов медицинской помощи. У специалистов хосписа хорошая смерть – это такой отдельный концепт, о котором можно было бы долго говорить, но очень часто это именно тот вариант ухода из жизни, который состоялся на достаточном качестве жизни. И еще одно очень короткое напоминание. Визитная карточка паллиатива заключается в том, что наша помощь не заканчивается после смерти пациента, ребенка в данном случае с синдромом короткой кишки. Вы скажете, не фантазия ли это, что хосписы и выездные бригады могут сопровождать семью после утраты ребенка? Нет, в России сегодня это становится реальностью. Не могу сказать, что это массовое явление, но у нас уже достаточно команд, в которых работают немедицинские специалисты, умеющие реализовывать программы психологической поддержки в горевании. В следующем разделе мне важно прокомментировать вам, как же выглядят ресурсы российской системы паллиативной медицинской помощи. И я хочу показать вам, что паллиативная помощь только в 2011 году стала таким же равноправным вариантом медицинской помощи, видом медицинской помощи, как первичная, скорая и специализированная помощь. Совершенно наравне по отношению, не всегда по финансированию, но очень часто по вовлечению в нормативно-правовую базу. И вот посмотрите, пожалуйста, как определяется паллиативная помощь в федеральном законе 323. Заметьте, что здесь ничего нет о том, что она запрещает какие-то другие виды медицинской помощи, или что она оказывается только в моноварианте, в сольном варианте, что она отрезает ребенка от опций быть лечённым в других видах медицинской помощи. Но когда мы с вами переходим к приказу Минздрава, который утверждает положение о паллиативной медицинской помощи, мы читаем с вами, здесь я это выделяю цветом, что паллиативная медпомощь оказывается детям, цитирую, с неизлечимыми заболеваниями или состояниями, угрожающими жизни, сокращающими ее продолжительность. Мы об этом говорили чуть раньше. И вот оно, самое главное, когда отсутствуют или исчерпаны возможности этиопатогенетического лечения. Сегодня, когда мы задумываемся о перспективе лечения детей с синдромом короткой кишки, мы понимаем, что этиопатогенетические вмешательства, они как бы в российском законодательстве предшествует оказанию паллиативной помощи. Но если вы внимательно читаете вот то, что сейчас на слайде написано, но не сочетаются с временем оказания паллиативной помощи. Почему это так? На мой взгляд, это признание того, что паллиативная помощь в нашей стране находится в стадии становления. Соответственно, для того, чтобы работать в интегрированных моделях паллиативной помощи, вначале нужно очень хорошо
быть уверенным в том, что профессионализм паллиативщиков достаточен, инфраструктура создана, финансирование имеется, и дальше можно развиваться согласно международным постулатам. Несколько слайдов, которые говорят о том, кому же оказывается паллиативная помощь детям. Я выделяю здесь цветом онкологические ситуации, они немногочисленные. У нас сегодня будет отдельный доклад на эту тему, но в целом это скорее исключение, чем правило. Вторая группа показаний – это неврологическая патология. И вот что здесь мне важно вам показать, что неоперабельные пороки развития – это, безусловно, относящаяся к СКК проблема и поздние стадии неизлечимых хронических прогрессирующих соматических заболеваний – это и есть синдром короткой кишки – входят в число показаний к началу паллиативной помощи детям в нашей стране. Что у нас сегодня есть для организации паллиативной медпомощи таким пациентам? У нас есть стационарные виды помощи, это хосписы, как самый качественный вариант развития и оказания помощи. Это отделения, койки, но также есть у нас и амбулаторный вариант оказания помощи в виде выездной патронажной бригады, входящей в состав отделения паллиативной медпомощи детям. Вот такие три формы: и амбулаторные, и стационарные. Еще у нас есть заложенный в нормативную базу дневной стационар паллиативной помощи, но мы вот сейчас работаем над тем, чтобы в приказ по лицензированию медицинских организаций дневной стационар вошел. Пока этого нет. Очень часто думают, что паллиативная помощь в нашей стране находится в очень ранних стадиях развития. Я показываю вам карту и распределение по ней коечного фонда, чтобы показать вам, сколь уже многочисленны эти возможности. Да, это о количестве, да, это не о качестве. Сегодня уже более 1000 коек растет ежегодно, ежеквартально увеличивается количество открываемых коек. И также мы видим рост очень бурный и интенсивный в отношении выездных служб. Если в 2015 году их на страну было 13, то сегодня их 127 за 5 лет. И, соответственно, трудности роста, трудности финансирования, штатного обеспечения этих служб – это и есть именно то, что, может быть, еще пока не позволяет привести паллиативную помощь в нашей стране к международным форматам. Стадию становления не отменял никто. Два слова буквально о том, что автомобиль, автотранспорт, согласно нашим приказам, обязательная часть работы выездных бригад, но чего греха таить, очень часто визиты выполняются без применения автотранспорта. В таких мегаполисах, как Москва, проще сотрудникам пользоваться системой городского транспорта. А в небольших поселениях, поселках, городах областного подчинения ходить пешком иной раз бывает гораздо более эффективно, чем ждать, когда машина сможет выполнить посещение. Вот один из ключевых слайдов, который позволит нам кое-что планировать и понимать объемы проблем. В марте 2020 года был проведен опрос регионов, сколько же у них наблюдается детей с синдромом короткой кишки под курацией паллиативных служб. В опрос вошли 70 регионов из 85 субъектов Российской Федерации. Число детей, которые были под их наблюдением, чуть больше 14 тысяч. А в целом в стране получила 15 тысяч в истекшем году паллиативную помощь. И вот ответы на наши вопросы. Число детей с синдромом короткой кишки 98, при том, что это не все регионы ответили. Я думаю, от максимум их 110-120 в стране. Это предел, который наблюдается службами паллиативной помощи. Из них практически все нуждались в энтеральном питании или же в парентеральном питании, что логично. И это вот такие исходные статистические данные, которые могут позволить нам строить планы и определяться с объемами дальнейших действий.
Показываю вам, что в нозологическом разнообразии наших пациентов паллиативных всегда и во всем мире преобладают дети с неврологической тяжелой патологией. И в России это так, 70% за истекший год это были неврологические дети. А вот дети с синдромом короткой кишки спрятаны в разделе «прочие», и мы поэтому не можем знать точную цифру, если только мы не запрашиваем ее специальным образом, что и было сделано. Общее число детей, получивших паллиативную помощь в России в прошлом году – 15,5 тысяч. Это число ежегодно увеличивается. Здесь мне очень важно показать вам, что наша нормативная база предполагает то, чего не было раньше, то, что появилось в федеральном законе в 2019 году, это так называемая первичная паллиативная помощь. Вот в виде такой пирамиды специализированная помощь – это вот такая вишенка на торте, красный сегмент наверху. Это то, что население и наши коллеги из непаллиативных служб и понимают, собственно, как паллиативную помощь. Но вот несколько слов о первичной помощи мне обязательно нужно донести до вашего сведения. Ею могут заниматься медработники средние, ею могут заниматься врачи-педиатры, в том числе и поликлинические, но и врачи-специалисты. Обратите внимание, пожалуйста, врачи-специалисты любой специальности могут оказывать первичную медицинскую помощь. Это связано с тем, что они первыми видят этих детей, они выявляют их. И вот здесь посмотрите, какое разнообразие функций в рамках первичной паллиативной медпомощи. Давайте попытаемся примерить это на детского хирурга. Вы скажете, какое отношение детский хирург имеет к первичной паллиативной помощи? Мой ответ прямой. Он выявляет пациента. Он осматривает, он дает рекомендации, он определяется в отношении МСЭК, он направляет ребенка на необходимые консультации и специализированные виды помощи, если это детский хирург, амбулаторный, который работает на поликлиническом приеме. И он должен уметь лечить и контролировать основные симптомы этого ребенка. Вот такая дорожная карта. Посмотрите, флажок здесь – это флажок первичного специалиста, да, первичной паллиативной помощи. А вот этот флажок наверху – это флажок специализированной паллиативной медпомощи. И вот эта конструкция позволяет оказать наиболее качественную помощь с возможностью советоваться и давать обратную связь между уровнем первичной и специализированной паллиативной медпомощи. Очень часто на наших образовательных мероприятиях и на онлайн-мероприятиях мы видим вопросы, как сочетается паллиативная помощь и специализированные виды помощи, как и за чей счет дорогостоящие лекарства, в том числе то, что нужно детям с синдромом короткой кишки, обеспечивается. Может ли ребенок быть снят когда-либо с паллиативного учета? И кто и как должен обучать вот этот уровень первичной паллиативной помощи всем потребностям и всем нюансам помощи детям с синдромом короткой кишки? Я очень бегло показываю вам, что профстандарты, утвержденные уже 3 года назад, делают первичную паллиативную помощь функцией не только врача-педиатра участкового. Посмотрите, цветом показываю вам, что это просто его трудовые действия согласно профстандарту. Но также эти трудовые функции интегрированы в работу детского хирурга, нижняя строчка, врача-гематолога, врача-невролога и вновь выходящие трудовые наши функции по профстандартам, они будут продолжать включать оказание паллиативной медицинской помощи в профиль узких специалистов. Это и есть интеграция, о которой мне хотелось сегодня вам рассказать. В паллиативной помощи есть незаменимые опции, которые не могут быть покрыты другими видами медицинской помощи. В частности, это наличие немедицинских специалистов, таких как социальный работник, воспитатель и особых специалистов, таких как медицинский психолог и врач-психотерапевт.
Не часто увидишь их в штатном расписании иных медицинских служб. И мне очень важно показать вам, что именно это, выделенное здесь цветом, очень часто запрашивается родителями как очень желанный и комфортный для них компонент помощи. Говоря о проблемах, стоящих по улучшению медицинского обслуживания детей с синдромом короткой кишки, мне важно показать вам, что как бы мы ни желали добра детям, семьям и нашим коллегам, мы должны понимать, что финансирование – упрямая вещь. Я показываю вам фрагмент программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2020-2022 год. И вы видите, что суммы достаточно ограниченные. И это означает, что на патогенетическую терапию синдрома короткой кишки и на большие затратные в финансовом отношении объемы помощи мы можем рассчитывать только в отношении специализированных и высокотехнологичных видов медицинской помощи. Во всяком случае, на мой взгляд, это так. Качество жизни, то самое, на которое ориентируются специалисты паллиативной помощи, основано на субъективном восприятии. Что же говорить о том, если этому субъективному восприятию отроду 2, 3, 4, 5 лет? Да, мы имеем опросники в прокси-версии, когда их заполняют родители, но я хочу обратить ваше внимание на зарубежные исследования. Вот они перед вами, из разных стран, где, согласно опросам, проведенным с родителями и с более старшими детьми, это, соответственно, прокси-версия для родителей и селф-версия для детей, вы видите, что сниженным оказалось качество жизни в этих зарубежных исследованиях только по физической шкале. А что касается эмоционального, социального, да, оно было часто сниженным, и школьного функционирования, то в финском исследовании, это вторая строчка Мутанен, они смогли так организовать помощь детям с синдромом короткой кишки, что только лишь физическая шкала была снижена, и все остальное сделано было так, что качество жизни не отличалось от контрольной группы условно здоровых детей. Да, мы все ощущаем большое количество вопросов по нутритивной поддержке детей с синдромом короткой кишки, с проблемами сосудистого доступа. И мои коллеги в последующих сообщениях будут об этом говорить подробно, поэтому я могу себе позволить здесь не фокусироваться. И я показываю вам хорошо известные многим нормативные документы, где в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов входят смеси для парентерального питания. Не все просто, но они туда входят. И перечень специализированных продуктов питания, который утверждается ежегодно, мне очень важно подчеркнуть, что здесь при таком ассортименте, как 7-6 наименований смесей, очень многое зависит от того, как выглядит инструкция на данный продукт питания. Он должен быть специализированным, то есть он должен содержать указания о его пригодности и показаниях для определенной нозологии, как правило, генетически обусловленной в этом перечне. И синдром короткой кишки сегодня еще не входит в показания этих смесей, и, соответственно, рассчитывать на закупки за федеральные деньги из этого перечня пока у нас оснований нет. Еще один приказ, который прямо отражается на качестве помощи детям с синдромом короткой кишки, это приказ о перечне медизделий, которые можно передавать на дом. И 5 основных групп в этот приказ входят. Я выделяю вам раздел гастроэнтерологических медицинских изделий. В этом списке очень много по респираторной поддержке, но это не то, что нужно детям с СКК. А вот то, что нужно детям с СКК, тоже один из очень важных слайдов, на мой взгляд, в практическом отношении. Вы видите коды медицинских изделий, и вы видите виды медицинских изделий. Вот все это, если ребенок признан паллиативным, мы можем закупать за деньги, предоставленные из федерального бюджета, и передавать специальным образом для использования на дому.
Мы также задумываемся о том, что у нас имеется дефицит образовательных курсов для семей и, может быть, каких-то видеоматериалов для семей, которые помогли бы освоиться с уходом на дому. Вот здесь вы видите такую динамику психологическую от начала, которая стартует в больнице, и дальше через этапы выписка, первые дни дома и рутинный уже способ кормления и ухода за детьми. Все это такая сложная картина психодинамических изменений у родителей, картина таких сложных психосоциальных обстоятельств, что сегодня нам очень нужны и образовательные курсы, и люди, которые оказывают психосоциальное сопровождение семьям, где растет ребенок с синдромом короткой кишки. Очень часто эти люди входят в состав служб паллиативной помощи. И вот уже, так сказать, в финале всего, о чем мы сегодня с вами поговорили, мне важно показать вам, на что наши надежды. Наши надежды на то, что нам удастся с врачами специализированной медицинской помощи, с детскими хирургами, гастроэнтерологами, онкологами и врачами иных специальностей, педиатрами, конечно же, начать уже сегодня трудиться над такими вещами, как система учета детей с синдромом короткой кишки. Мы, безусловно, знаем о самоотверженной работе по созданию реестра этих детей, но важно сделать его более устойчивым, да, и более открытым, может быть. Что нам очень нужны сегодня клинические рекомендации, и это можно делать уже сегодня, не дожидаясь каких-то эпохальных подвижек, делать это междисциплинарно. Что нам нужны общие для всех нас, для паллиативной и специализированной помощи образовательные программы и для профессионалов, и для родителей таких детей. И только на основании вот этого всего мы сможем выходить с вами на укрепление нормативной базы домашнего парентерального питания. Я очень мало сегодня об этом сказала, потому что об этом будут говорить мои коллеги и будут делиться своим опытом работы в этой сфере. Мне важно, чтобы мы смогли начать действовать синергично. Паллиативная медпомощь – это немногочисленные службы и немногочисленные пациенты, созданные, как правило, в последние 7-8 лет, функционирующие за средства государственного бюджета регионов, не имеющие, как правило, отношения к системе ОМС. И живем мы в понятии пациент-ориентированности, в понятии междисциплинарности – это наши корпоративные ценности. Специализированные виды медпомощи созданы давно, некоторым из них более 100 лет. Они имеют хорошую развитую сеть, чаще всего финансируются из системы ОМС. И их корпоративными ценностями сегодня является классическая, соматическая, куративная медицина. Вот та самая медицина, которая во главу угла ставит показатель выживаемости. Мне очень хочется верить, что эту интеграцию и оптимальный баланс мы общими усилиями достичь сумеем. Благодарю вас за внимание и готова ответить на ваши вопросы. Спасибо.